В детской библиотеке «Заозерная» юные жители городка Нефтяников готовятся к поэтическому спектаклю, посвященному Дню матери. Нуриля Саликова – библиотекарь, но сейчас она выступает в роли руководителя театральной студии «Маленькая страна», которую сама создала не так давно. Мы сегодня начинаем наш пилотный спектакль. Вам сегодня покажем фрагмент поэтического спектакля «Мама». Главнее нет слова. На импровизированной сцене очаровательные исполнители читают трогательные стихи о маме. Этот поэтический спектакль – результат долгой плодотворной работы автора проекта Нурили, которая в начале этого года задумала создать бесплатную театральную студию, цель которой – помочь детям раскрыть свои способности, приобрести уверенность и научиться общаться. Все началось с родительского собрания, которое я посещала своему племяннику. Вопрос стоял, что коммуникативные навыки ребенка на очень низком уровне. Дети элементарно не могут попросить о чем-то сверстника в школе, не могут попросить старшего товарища, либо просто к учителю обратиться, потому что зажатость какая-то чувствуется внутри ребенка. Со своей идеей в июле этого года Нуриля отправилась на «Ритм». На «Ритм» была очень хорошая образовательная программа, которая, в принципе, и привела к победе. Все спикеры, все наставники, которые с нами работали, у них была одна цель – нас научить защитить свой проект, рассказать о нем и быть услышанным жюри. Проект театральной студии «Маленькая страна» был поддержан членами жюри. Нуриля получила грант в размере 50 тысяч рублей и сразу же приступила к реализации своей идеи. Приобрела костюмы, книги по актерскому мастерству, пособия по истории театра и написанию сценариев. На занятиях ребята учились тому, что должен уметь любой актер. Учились правильно дышать, диафрагмальным дыханием пользоваться во время рассказа стихотворения, даже просто общения. Что еще? Это игры были со скороговорками, игры были на воображение. Цель проекта, по мнению автора, достигнута. У детей появился новый круг общения, уверенности в себе стало больше. То есть это непосредственно их занятость и вот это вот желание, наверное, показать себя. У меня мама придет, у меня папа придет, у одной девочки класс пришел сегодня. Ну, то есть это тоже важно для них. Занятия студии, которые проходят дважды в неделю, рассчитаны пока на один учебный год. Дальнейшие планы Нуриля Саликова будет строить, исходя из пожеланий самих ребят.